What is happiness for you? Начинаем уборку помещений под лабораторию. Сходный вариант. То, что мы видим. Вот у нас была вот такая комната. Убираем подоконники. На подоконник собираем. Так, вот такая комната. Размер тут, ну сколько? Ну где-то 2,50, 2,50, наверное, на 3. 2,50 на 3. Есть такой вот небольшой предбанничек. Здесь пока наши незамысловатые материальчики. Так, дверь. Пока нужно будет тут ручечку добавить. Ну и вот имеем то, что имеем. Пока вот эти две комнатушки. Такая вот будет тамбур и сама лаборатория. Сейчас сделаем какой-то такой пробно-походный вариант, ну а в дальнейшем посмотрим, что у нас из этого всего получится.